мы работаем с пациентами с большим индексом массы тела больше 30. То есть пациенты, которые, как правило, были пациентами скорее пластических хирургов, в данном случае это и наши пациенты тоже, благодаря этой методике. Чтобы узнать больше об аппарате Vanquish, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как справиться с проблемой локальных жировых отложений. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное, и поделитесь этим роликом с друзьями. Чтобы скачать памятку о секретах тела без лишних жировых отложений или записаться на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео. С этой проблемой сталкиваются все – и мужчины, и женщины. Женщины, естественно, чаще, потому что у них больше гормональных ловушек, и, соответственно, это может быть ушки, зона галифе, это может быть и так называемые крылья ангела, это может быть и надколенная область, и так называемые вдовий горб. У мужчин, как правило, одна, но очень большая жировая ловушка – это так называемый спасательный круг, это область живота. Наша природа устроила нас такими, чтобы сохранить определенный уровень гормонов, который необходим нам для нашей жизни, с одной стороны, а с другой стороны – определенное количество жира, который является в том числе и топливом для нашего организма. Поэтому она пытается создавать некие такие запасы, и чаще всего они формируются в зонах эндокринного влияния. И для того, чтобы сохранить выживание определенного индивидуума, нас с вами, и создаются такие жировые ловушки. У нас есть пациентка, наша коллега, которая, в принципе, достаточно скептически относится ко всем физиотерапевтическим процедурам. Мы назначили ей Vanquish. Сначала это были 4 процедуры, потом 8. Пациентка с индексом массы тела больше 30 значительно. В результате она сама попросила нам сделать ей еще 4 процедуры. И на выходе размер одежды минус 4 размера. Это для нас и для нее были таким приятным эффектом, таким приятным результатом и таким наглядным, что теперь наш коллега советует эту процедуру всем своим пациентам, друзьям. Аппарат Vanquish – это действительно особый аппарат, который стоит особняком среди рынка радиоволновых технологий. И я говорю об этом с удовольствием, потому что он отличается абсолютно от всех радиофракционных методов. Чем? Во-первых, это индукционный метод, который позволяет работать на расстоянии, а не контактируя с кожей. И за счет вот именно индукционного тепла, которое выделяется, мы можем работать очень глубоко, потому что в контактных методиках все тепло начинает теряться там, на поверхности кожи. А здесь же, за счет того, что мы можем работать здесь достаточно на глубоком уровне подкожной жировой клетчатки, мы падаем очень глубоко и можем брать очень объемных пациентов на процедуры. Еще одной особенностью является большая площадь рабочей поверхности, которая позволяет фактически полностью покрыть, ну, например, достаточно объемный живот. Любая методика безопасна, если мы ее используем грамотно, в правильных руках и правильно выбранного пациента. Для кого она подходит? Она подходит пациентам и мужчинам, и женщинам с объемными жировыми отложениями и с достаточно выраженным животом, с подкожной жировой клетчаткой, достаточно глубокой. У женщин же мы работаем с областью галифе, где тоже есть вот эти вот жировые отложения и ловушки. Как раз к этой процедуре мы просим наших пациентов готовиться заранее и соблюдать повышенный питьевой режим – не меньше 2 литров воды в день. Как происходит процедура? Процедура происходит необычно. Пациент укладывается на кушетку. После этого над необходимой зоной, которую мы с вами будем обрабатывать, ну, например, над животом, мы устанавливаем нашу насадку. И тут очень важно эту насадку установить так, чтобы равномерное было расстояние максимально небольшое, короткое, между площадью насадки и кожей нашего пациента. Для этого даже существует специальный прибор, который позволяет нам определить, насколько одинаковое расстояние и насколько оно для пациента комфортное.
После этого мы включаем аппарат и начинаем потихонечку поднимать параметры воздействия. И параметры должны быть чувствительными до того момента, когда пациент чувствует тепло, но ему не горячо. Процедура очень комфортна по своему ощущению. Но при этом каждые 15 минут аппарат обязательно отключается для того, чтобы специалист мог проверить, какова же на сегодняшний момент температура кожи пациента. Для этого существует специальный пирометр-прибор. Почему это важно? Потому что вот эта температура, которую мы с вами наработали, она должна быть клинически эффективна и она должна достичь определенного момента, определенного уровня, но при этом она не должна быть выше для того, чтобы не навредить пациенту. Эффект, который лежит в основе этого метода, называется пироптоз, то есть тепловое воздействие на жировую клетку. При этом жирные кислоты, которые образуются в результате этого, они должны куда-то попасть. И, как правило, они попадают через кровь в лимфатическую систему и выводятся организмом. Еще одним несомненным преимуществом этого метода является то, что липолитический эффект равномерный. Нет таких, скажем, определенных зон демаркационных, где делали, где не делали, которые характерны для некоторых методик. Сама по себе процедура, когда пациент лежит на кушетке, длится порядка 30-40 минут, но со временем выставления, подготовки пациента, как правило, мы тратим час. Эффект пациент видит через 3-4 недели после первой процедуры, и максимальный эффект мы наблюдаем через месяц после курса процедур. Но эффект будет длиться бесконечно, если пациент будет поддерживать себя в надлежащем виде и не наедать свои жировые клетки, которые будут расти. Чем еще особенно уникальна процедура Ванкиш, что мы работаем с пациентами с большим индексом массы тела больше 30, то есть объемные пациенты, которые, как правило, были пациентами скорее пластических хирургов, да, для липосакции, для абдоминопластики, в данном случае это и наши пациенты тоже, благодаря этой методике. Курс начинается от 4 процедур, но, как правило, все-таки это 6, 8, 10. Честно говоря, вот это терапевтическое число 4, я считаю, что оно здесь минимальным. Конечно, это зависит от индивидуальных особенностей пациента. Курс начинается от 4, ну а дальше, чем более массивный пациент, тем большее количество процедур мы будем делать. Как у всякой физиотерапевтической методики, не устану это повторять, у этого метода есть свои противопоказания, и мы обязательно их выясняем при консультации пациента. Эту процедуру мы в том числе рекомендуем и пациенткам с некоторыми гинекологическими заболеваниями невоспалительного характера, которых при иных обстоятельствах мы бы, наверное, отговорили от других процедур. Рекомендации, они характерны для всех процедур, которые мы делаем с липолитическим эффектом. Не кормить свои жировые клетки, чтобы они становились опять большие, чтобы мы опять были вынуждены их уменьшать и разрушать. Многолетний опыт наблюдений за пациентами говорит о том, что эффект сохраняется 4 года и больше. Пациентам не стоит бояться того, что после курса процедур они могут набирать лишний вес. Об этом свидетельствует многолетний опыт наблюдения за этими пациентами, говорящий о том, что эффект держится 4 года и больше. И нет парадоксального увеличения жировой ткани, который иногда бывает при использовании других методик. В клинике Триактив собран огромный опыт по созданию красивого тела. Поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую услугу, обращайтесь к нам. И вы можете скачать памятку о секретах тела без лишних жировых отложений, нажав на ссылку под этим видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Нам важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.